На торжественную линейку в лицей номер один приехали руководители окружной и городской ГИБДД. Полицейские отметили важность обучения детей правилам дорожного движения, а также обязательность их соблюдения. И только в этом случае инспекторы ДПС могут гарантировать безопасность юных пешеходов. Исполняющий обязанности руководителя региональной госавтоинспекции Александр Разуваев попросил родителей первоклассников помочь полицейским в этом вопросе. Вас, родители, попрошу помочь своим положительным примером обучить азбуке дорог. Ну а мы со стороны госавтоинспекции, обещаем, делаем все, чтобы меньше было трагедий на наших улицах и дорогах. У нас 28 августа по 12 сентября мы принимаем участие в общероссийской акции «Внимание, дети». В рамках этого мероприятия то есть, выставляются сотрудники ГИБДД, сотрудники как ДПС и, как мы их называем, кабинетные работники. То есть все без исключения сотрудники ГИБДД будут обеспечивать безопасный переход наших детей к школам. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия.